Значит, лишка косолапый. Собираются парни. Красные наклейки, заметьте. Как вам, парни, клеилось красные наклейки сегодня? Отличные наклейки. Отличная погода, дождливая. Красные наклейки на зеленом. Классно. Что там с кофе-то? Вот, конечно. А что со стартером? Что со стартером? Вот он. Ручки подняли, когда вам судья скажет, готовность. Ручки подняли, отмазка. Да, готовность форги пикфа. Значит, ручки подняли при готовности, отмазка, завелись и поехали. Аккуратно. Сейчас все ломанут? Витя, ты где? Сейчас я его сделаю. Не так, так пофоткаться. По краю баха его. Thank you.
чутка! Дай чутка!
Костян, ёпта! Фу! Ну чё, эндуро, не? Я на той горке полчаса поймал. А чё ты стоял? А нам куда? Куда ехать-то? Дай хоть посмотреть, что там. О, прикольно. А здесь что? Что, поедешь? Решает. Блять. No.
Подъем, спуск и туда, где синяя лента. Справа от беседки. Готов. Не падал нигде. Oh.
Давай, давай.
Oh.
Не-не-не. Не-не-не-не-не. Чуть-чуть бы. Хорошо. Thank you.
Заебись, бля. Что, конкурсы? Да, он лапку потерял, у меня это не заводится. А? Блядь. Thank you.
Фу. Что это было? А? Заебался? Ну что-то да, есть немного. Сука, сломал, блядь, вместе нахуй с валом. Прикольно тебе. Да. Удачи, как говорится. А она все жиже и жиже становится. Подальней лучше. Сука. Mm-hmm.
Ладно, я выберусь. Дам знать, блядь. Thank you.
Да, да, вот именно. Я полностью с тобой согласен. Ну да, ну да. Ну, начало положено. А, блядь. Да ну! Чё, блядь?
нахуй. Yeah.
Все! Три! Да, Саша, берите три ручки. Ты что, три круга дал? Давайте, снимайте. Два? Да. Да куда, хорош, там все уже развезло. Блин, вот это там... Спасибо вам. Началась вообще... Хорошо, да. О, давай фрутоняню сюда. А? Давай фрутоняню сюда. Я? А что? Просто Спартак есть еще тумбочка свободная. О! А можно переписаться? Вроде как. Я третий не поеду, там жесть началась уже. А в это? Хардах? В Хардах уже много. Ну, много? Да, я так думаю, что где-то... Как нормально? Я дрюкнул этого щегла. Ну, этот щегол вообще, ну, я бревна что-то не может. Все бревна. Я все бревна перелетал. Я такой, блядь, убрался там, короче. У меня щиток слетел, сижу, ковыряю. Этот меня обгоняет, я думаю, да что за ёб твою мать, блядь, ну как так? Еду такой, блядь, починился, на горке висит, я, да, сука, блядь, давай дальше, ду-ду-ду-ду-ду, лупишь. Но он три правда. Я, короче, я два раза проезжал по правой траектории, а тут по левой. По правой, как ты проехал, где-то меня обогнал. И тут мне чуваки говорят, езжай по левой. Я, блядь, поехал по левой и застрял. Я по правой. А по правой я пролетал. Не-не-не, я не в колею ебашил, я в самый, вот сверху, я вот в этот, блядь. Бау, вот так а вот вылетал. А там следом за тобой чувак, он вылетел в кусты. Ну, он дохуя дал просто. Да. А я-то так примерно понимаю, что сейчас будет. Я либо туда застряну, либо лучше сюда дать. У меня тоже, вау, я, хо-хо-хо. Давай, поехали. Руки вообще, они не забились, у меня сводят. У меня вот прям вот втягивает. Что тебе, фрутоняня-то нужна? А? Фрутоняня нужна. А что, хочешь? Давай. У меня еще есть щиток такой. Что, ты круг проехал? Нет. Половину. Половину? Не половину, не половину, не проехал, а после карьера. А что ты там? А я с карьера, спускаюсь с карьера. Меня парни пикают и говорят, блин, у тебя масло ручьем льется с двигателя. Я кипел несколько раз. Ну, можно было поехать? Видел меня, я такой. А? Удовольствие получишь? На той жесткой, которая. Которая либо прямо, либо прямо и скоро. А ты в начале, ты где был? Понятно. Я в начале? Вот на той горке, где мы встретились с тобой, где я мучился там, да, и сцепление чинил. Минут 20 я прокурялся. Я бревнышки ехал со всеми там, блядь, потихонечку мы ехали. Где первый, вот который маршал сказал, какой ты? Уже победа стала. Ничего не сказал. Но я не круговой там был. У меня было 17 первый маршал. Сегодня погадались поинтереснее, чем вчера. О, бля, у меня колесо пробило. Я не знаю, как я это сделал. Да. Я на первом круге и хотел один, просто да, выкинуть мотоцикл. Да, время о, я думаю, что так мне хорошо везет по горке. А я там еще ковырял, что у меня же отвалилась вся система. А, ты же говорил, что у тебя сцепление, да. А, да, мне понравилось, я в эту горку как дал. Ух, хорошо, а там корни. Я... Не закрывай газ туда, бля, только зрителей. А. Это после леса. С помидорками. Да. Вот эти добрые люди нас накормили, напоили. Это желтый квас. Это по писярику даже выдали.